Добрый день, канал Фортель, и я с вами Валентина Фурман. Сегодня я вам покажу, как мы обустраиваем свое жилище. Вот посмотрите, вот этот уголочек, он такой у нас неопрятный, и мы его вот такой краской сегодня будем красить, и вы увидите результат нашей работы. Желаю вам приятного просмотра. Вот, друзьяшечки, видите, мы сделали вот эту стенку, покрасили. Ой, было очень тут, конечно, позорненько. Ну, Франк мне все тут переделал. И вот мы сейчас это все как бы в порядок привели. Ну, еще не совсем, конечно, еще он кое-что делает еще. Там, где, чтобы совсем не попасть, он это все как бы обклеивает. У нас это на улице такая печка. Ну, там у нас еще труба. Трубу тоже мы поменяем. Такие трубы я не понимаю, куда это такие трубы. Но мы сделаем свою трубу. Вот. Вот такая вот у нас красота. Если кого-то будет интересовать, вот этот цвет какой? Цвет это хаки цвет. Франк, виха здесь фарба? Хром какой? Хром. Хром грюн называется этот цвет. Очень такой красивый. Прямо эдель. И с нашим цветом пас как раз вот с этим от дома. Вот. Вот так мы занимаемся. Чего-нибудь да мы творим тут. Чего-нибудь. Я в этом уголочке сижу, отдыхаю. А Франк работает. Ну, вот такая вот жизнь. А там у нас, смотрите, такие кониферки. Вон как красиво с кониферками. Ой, я сижу, балдею. Красота, красотулица. Вот вы знаете, ребята, вот что-то сделаю для дома. И у меня радости много так. Много ли в этой жизни нам нужно? Чтобы было только уютно и в гармонии находиться с самим собой. Это так важно. Красота. Я вчера тоже тут цветочки полола, порядок наводила. Ну и также здесь вот этот цветочек тоже обложила вот камешками. Много, конечно, работы. Не всегда. А здесь у меня расцвели ромашечки мои. Видите, какие красавицы. Ромашечки. А здесь у меня лаванда очень хорошо распустилась. Вот они, мои хорошие шишечки. А тут у меня пришел Василий. Василий Васильевич пришел. Васенька. Ну, зайчка, кушать хочешь? С работы пришел ты у меня. Я тебе там мяско выложила. Вот. А здесь у меня вот такие вот красивые далии. Далия называется роза. Ну, тут кто-то уже прыгнул мне на далию. Поломал уже головку. Вот такие красавицы. Напоминаю, далия называется роза. Ой, далия георгин. Георгин, ребята. Далее это по-немецки.
Здесь так еще. Здесь еще пока не расцвели. Здесь такие тоже ромашечки. Незатейливые такие цветочки. Ну, а здесь у меня моя киска стоит. Ну, что-то у меня тут все уже эти цветочки подзавяли. Ну, такое солнце прямо сжигает. Мне приходится уже цветочки накрывать зонтиком, чтобы не сгорали. Вот видите, уже вся трава сгорела. Вся трава сгорела. Вода закончилась. Ждем дождя. Завтра передают, что будет гроза. Вот поджидаем. Ну, а здесь еще у меня вот такая вот красавица тоже. Лаванда — это другая разновидность. Вот. Вот такие красавицы у меня тут сидят. Вот тут, друзьяшечки, хочу вам тоже еще показать. Это тоже моя работа. Это я занималась тоже, выкладывала вот такой бордюрчик здесь. Ну, тут вот видите, опять же у меня эти намусорили птички. Они все червячков выискивают у меня тут. Вот, видите, вот такой вот бордюрчик я сделала. Как бы обрамление. Вот этой моей зеленой оазы. Ну, это тоже еще все изменю я. Вот эта вот стружка мне очень не нравится. Вначале было красиво, а потом, вот видите, птицы прилетают, и они это все, это, ну, раскидывают. И получается, как бы мусорно смотрится. Поэтому я это все уберу. Мы постараемся здесь, наверное, вот видите, вот что вот это они мне тут нагребли. Вот я это все уберу, конечно. И мы постараемся сюда купить камешки. Только еще я не определилась, какого цвета. Хотела белые, но белые точно не буду. Потому что белые, они становятся потом, ну, от земли, там, от, после дождя становятся грязные. И еще если немножко сырость, то они потом зеленеют. То тоже некрасиво. Наверное, я склоняюсь больше к сереньким, либо к черным. Но, скорее всего, черные мы, наверное, не сможем нигде купить. Но тогда будут серенькие. Сюда камешки у меня пойдут. Вот видите, вот такая у меня тут моя работа. Ну вот видите, что вот это все, это все вот они нагребли. Вот это у нас столько птиц. Если вы, наверное, сейчас слышите, вот видите, они квикают с утра, прямо где-то с 3 часов утра и до поздней ночи. Они квикают, все квик-квик-квик. Столько птиц, очень много у нас птичек, кстати. И тут очень много птичек живет. И еще у нас живет. Очень, конечно, не люблю ее. Куница живет. Куница по-русски, по-немецки мардер. И вот она кусает мне машину. Вот представляете, она, видимо, вот это все мне, вот эту всю антенну она мне покусала. Кусака такая. Ну, Вася с ней, конечно, Василий Васильевич дрался. Но она, между прочим, тогда ему хвост это прокусила. Это очень такая опасная зверь, такой опасный, такая маленькая, но такая она очень, от нее много проблем. Вот. Следующий бордюрчик буду делать вот здесь тоже. Все это. Ну, вот эти старые, вот эти вот старые бордюры мы уберем, сделаем новенькие. Мы уже купили их. Ну, а здесь я вот такую же сделаю, как бы окантовочку. Вот для этих цветов. Я их, конечно, вот так вот рассадила, но мне это не нравится. Я их хочу собрать все вот сюда в уголочек. А эти такие цветочки, они растут
растения могут расти, цветут, такие неприхотливые. И размножаются они тоже очень быстро. На сегодня все. Спасибо за внимание и до скорых встреч, друзья!